Добро пожаловать домой, мистер Александр. Добро пожаловать домой, миссис Александр. Смайл! Улыбочку! Джим восстанавливает раритетный автомобиль. У машины нет руля. И я решила подарить ему руль на Рождество. Нет. У моего мужа есть друг. Гарри Джанарди. Такой руль в хорошем состоянии стоит недешево. Но, по-моему, он может достать все. Все? Даже партнер к Рождеству? $300-400. Проси сразу двоих. А что ты подаришь Дели? Может, мне поискать вторую работу? Наверное, одеяло, плед с рукавами. Разве подарки не должны быть романтичными? Тебе не кажется, что Делла ведет себя как-то странно? Что? Ты обвиняешь меня в неверности? Если я не прав, скажи мне, где ты была сегодня, Делла, и с кем? Я целый год жду этого дня. Я хочу это увидеть.